Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Чел современный и геймер реальный, виснешь часами в сетях социальных. Гаджетом новым не сбить тебя с толку, чуть устарел, а меняешь недолго. Здесь есть девайсы по ценам приличным, можно писать в них и в паблик, и в личку. Неважно, ты чикса, а может пацан, все покупаем в «Ломбарде Титан». В «Ломбарде Титан». Партнер проекта — интернет-портал автозапчастей «АДО ПРО». Просто низкие цены. Ленинский районный суд вынес приговор организаторам азартных игр Сергею Морозу и Михаилу Назарову. Напомним, осужденных задержали в начале года по обвинению в мошенничестве. В Кирове и в Кирово-Чепецке бизнесмены установили электронных одноруких бандитов и заявили, что это не азартные игры, а биржевые опционы. Вот так выглядел обычный игровой зал. На экранах мониторов привычные вишенки, обезьянки или буквы. Тысячи визуализаций на любой вкус и цвет. Также злоумышленники выставляли торговые точки в виде терминалов оплаты на улицах и в торговых центрах. 2 марта сотрудники полиции при силовой поддержке сотрудников СОБР одномоментно по всем 6 адресам провели изъятие оборудования, а также задержание подозреваемых лиц. После задержания организаторы таких игровых точек Сергей Мороз и Андрей Назаров заявили следователям, что их деятельность законна. Это всего лишь электронная биржа. И клиент при правильном поведении может быть в плюсе. Но после изъятия системных блоков компьютеров сыщики узнали, что установленная программа изначально проигрышная. В марте этого года Сергея Мороза на 2 месяца посадили под домашний арест. Назаров был под подпиской о невыезде. В ходе следствия статью «Мошенничество в особо крупном размере» переквалифицировали на «Незаконные организации проведения азартных игр». В суде Мороз и Назаров вину признали, согласились на рассмотрение дела в особом порядке. Собранные следователями Следственного управления по Кировской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора обвиняемым. Они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных группой лиц. В итоге обоих приговорили к штрафам: Морозу 560 тысяч рублей, Назарову 490 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин, место происшествия.